Рампы, перила, пирамиды с пологими скосами и дорожка с резкими поворотами. На скейт-площадке в Струковском парке представлены самые популярные виды препятствий. Она полюбилась самарским виртуозам с первых дней открытия. Люди со всего города приезжают сюда для оттачивания навыков. Вот и житель Самары Владислав Мурылев как минимум дважды в неделю выбирается со скейтбордом в парк. Ну, это один из самых лучших скейт-парков, который у нас есть в Самаре, в Самарской области, скорее всего. Здесь в целом неплохие фигуры. Они сделаны в основном для скейтбординга, для самокатов. Полоса препятствий появилась на территории парка в 2018 году после реконструкции. С тех пор специалисты МАУ парки Самары внимательно наблюдают за состоянием площадки, периодически проводя косметический ремонт. В этом году было принято решение о необходимости дополнить площадку современным антитравматическим покрытием для обеспечения максимальной безопасности любителей сложных трюков. Работу начали сегодня. Ну, прежде всего, мы снимаем искусственное покрытие, мы вычищаем весь грунт, мы добираемся до основания. Закладывается туда каркас из арматуры и решетки, который впоследствии будет залит бетоном. И поверх бетона будет нанесено антитравматическое покрытие, которое традиционно мы привыкли видеть на детских площадках. Предварительно ремонт планируется завершить в течение 2 недель. Для обеспечения безопасности посетителей место проведения ремонтных работ огородили. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.